Минздрав будет наказывать аптеки за завышенные цены на лекарства, вплоть до отзыва лицензии. Об этом на брифинге СЦК сообщила глава комитета фармации Людмила Бюрабекова. По ее словам, стоимость медикаментов будет регулироваться ведомством 2 раза в год, в январе и июле. При этом устанавливать ее будут по опыту Германии. Чем дешевле лекарства, тем выше наценка. Стоимость препаратов будет одинаковой во всех регионах страны. Соответствующий закон уже подписан, норма вступит в силу через 3 месяца. В среднем, если это препарат стоимостью до 350 тенге, наценка будет составлять 68% в рознице. Если препарат свыше стоимостью 200 тысяч тенге, наценка не будет превышать 3%. Я хочу отметить тот факт, что наценка это будет ограничивать предельную цену. Розница может устанавливать и ниже цены, это никто не запрещает. Запрещено будет продавать выше установленной предельной цены.